Прямые рейсы в Лаос из Приморья возобновят в октябре. Эту тему обсудили губернатор края Олег Кожемяка и вице-президент Лаосской Народно-Демократической Республики Паниет Хату. Глава региона отметил, что у приморцев это направление будет востребовано. Для наших туристов интересны эти маршруты в зимний период, вот, то есть когда по климатическим условиям можно приехать и побывать, скажем, в теплом климате. И поэтому мы видим перспективы такого общения. Также глава Приморья сказал, что регион готов принять лаосских специалистов по рисоводству, чтобы предоставить им земельные участки для выращивания этой культуры, а также создать торговую площадку, где будут представлены лаосские товары. Кроме того, Олег Кожемяка предложил организовать обмен студентами и преподавателями, чтобы говорить друг с другом на одном языке. Паниет Хату, в свою очередь, подчеркнула, что Приморский край является приоритетным регионом сотрудничества Лаоса с Россией. Нам нужно наращивать товарооборот, в том числе с помощью железной дороги. Тесно работать с бизнесом мы заинтересованы в отправке специалистов из Лаоса для работы в Приморье. Для этого нам нужно понимать условия ведения бизнеса в Приморском крае. У вас красивое море, большая территория, поэтому нам также интересны условия аренды земли и создания совместных компаний. Также готовы содействовать в развитии авиасообщения. Олег Завьялов, Анна Дьякова, новости на Восьмом.